И я буду учить Ветеля играть в танки. Почему я такой медленный? Валим его, валим. Он давай, наш, давай, наш. Давай. Ой, еще ой, одного, ой. Еще одного валим. Ух ты! Еее! Твой первый звон, красавчик, песит танкистов. Еще быстрый бой. Пунч, пум, пунч, пунч. У меня мышка под рукой. Нажимаю носом на курок. Убиваю всех, как носорог. Танки. Моя любимая игра. В нее играет вся моя страна. Я самый крутой. Танков я топ. Кто не верит, получит молотком в лоб. Пиу-пиу. Что за дичь? Всем привет, друзья, с вами Биг Танкс, и сегодня я записываю новую танковую рубрику, где я буду учить Ветеля играть в танки. Поздоровайся. Здорово. Вообще, ребята, почему такая идея появилась? Не с того, чтобы, типа, чувак какой-то написал мне, типа, давай научи меня играть в танки. Нет, ребята, Ветель неоднократно приходил ко мне домой, ну, то есть он с моего города, вот, и он к нам приходил с Олькой в гости, там все дела, и смотрел, как я играю. И поэтому у него появилось такое желание попробовать самому, и может даже и поснимать, почему бы и нет, я ему говорю, давай поснимай, может, вот. Но вообще, сначала нужно научить тебя играть, поэтому, короче, ты готов? Я всегда готов. Мы создали по аккаунту новобранцы. У меня Ник Лёшкин, у Ветеля Виталич. О, да ладно, ничего себе. Как вот. Я. И, короче, да. И мы сейчас будем учиться. Начнем с того, что... Что? Ну, короче, ты примерно понимаешь вообще, что куда нажимать, где там бой и все остальное? Ну, так, немного. Смотри, дальше. Ты, кстати, мне... Вот Ветель мне до записи говорил, что он будет руководить, знаете, чем? Он просто до этого примерно там что-то рассматривал управление, все такое, спрашивал, как там, чем можно руководить. И он будет мышкой руководить, потому что клавишами он не понимает, как он будет там башню поворачивать, настрелять. Ну, клавишами неудобно просто. Подожди, ты только поворачивать будешь да. Ну, мышкой, да? Да. А как ты будешь поворачивать мышкой, а стрелять пробелом? Да. Офигеть. Ну так ты понимаешь, то есть стрелочки это, короче, вперед, назад, лево, право. Я в курсе. Вкратце в курсе. Уже объяснил Ветелю, в принципе, пробел это стрелять, ну и мышка, как бы, да, лево, право, башня будет поворачиваться. Ну, короче, давай тогда сейчас зайдем с тобой в бой. Все, ребят, мы в битве. Так, мы, короче, наконец-то закликались за одну команду. Ветель, вот, привет. Кстати, башни вертишь с самого начала, да ладно. А, ну да, а ты же мышкой. Да, да нет, просто, знаешь, типа, блин. Вот, ребят, вы там сейчас еще увидите, наверное, фрагментик. Ветель там тоже записывает, короче, со своего компа. И... Я записываю. Да, поехали за мной. Куда ты поехал? Подожди, стой. Куда ты поехал? Вот, вражеская база, короче, там. Наша задача просто по киллам выиграть их и убить как можно больше чуваков. То есть ТДМ это на киллы. То есть кто больше, какая команда сделает, тот и победил. Давай, я тебе помогу. Бей его, Ветель. Подожди, стой, я почему-то не понимаю, у меня... Почему-то, знаешь, я нажимаю ехать, и он потом сам дальше едет. Ну, я не знаю, что там ты нажимаешь. Блин, я вообще-то сейчас звонку получу, Ветель, давай быстрее. И собирай, да? Короче, смотри, Ветель. Ой, быстрее, иди в центр, быстрее, за мной. Ко мне. Тебе нужно эту штуку взять, срочно. Блин! Ой, что это? Сейчас чувак заберет. Блин, он забрал это. Почему я такой медленный? Почему я такой медленный? А потому что нужно... Сзади, Ветель, сзади, башню назад. Сейчас. Так, нет, все нормально, Ветель. Короче, я тебе знаю, нужно... Я сейчас буду делать свой сайт. Ты знаешь, да? Смотри, ты, главное, да? Собирай все коробочки, которые вообще видишь на карте. Все, абсолютно собирай, кроме... Не собирай зелененькую, если у тебя полные хп. Вот. Ну и союзникам там... Ну, это аптека, короче, зелененькая. Вот. Да. Красная, это типа двойной урон. Он усиливает твои выстрелы, короче, два раза. Вот. Такая вот коричневая цвет какашки, это броня. Вот, она... Цвет, а ты что стоишь? Мне нравится. Я немножко поменял сцен. Почему? Что? Что это? Что это такое? У меня. Это танки онлайн. Я тебя понял. У меня почему-то. Я нажму ехать. А, нет, теперь нормально. Да едь, все, стреляй по ним. Лево, право, вперед, назад. Званка, смотри сзади! Все, ты профукал, у меня красиво. Блин, прости, я путаюсь, мне неудобно. Убивай слева, да, убивай. Воу. Я видел, да. Вот справа от тебя, справа два чувака. Справа. Давай, бей. Давай, валю. Они оверки раздали. Лучше вас пика бей, все, тебе хана. Оверка, короче, типа, смотри. У тебя сейчас, сколько у тебя слева такая штука, проценты копятся, слева внизу.
Проценты копятся слева внизу. Сколько? 68. Вот, смотри, когда у тебя будет 100, это значит, что ты можешь включить всю нару, то есть все припасы, это двойная защита, двойной урон, нитра и мину ты ставишь по клавише, короче, shift. Понял, да? Вот, то есть ты, ну, главное, подъезжай к союзникам. Ну, то есть, если есть возможность, то подъезжаешь к союзникам, и ты им тоже даешь нару. И когда вы на припасах, вы просто все разносите, потому что вы в два раза сильнее получаетесь. Ай. Давай иди ко мне, я тебе дам оверку. Да. Ты какой-то потерянный вообще. Веталь, давай, разыгрывайся. Ай, подожди. Я начинаю штангиста, просьба не трогать себя. Не, ну мы тебя понимаем, нормально. У тебя, кстати, сколько опыта уже? Что, сколько? Опыта ты набрал. 22 из 100, но сейчас я... Поехали. Сейчас, подожди, я попробую, знаешь, я попробую все-таки клавишами, потому что что-то... Давай. Клавиш это ZX. Понял, да? Я понял, да. Все, давай, поехали за мной сейчас. Я сейчас дам тебе оверку за мной. Просто едь за мной, Веталь. О, за X, все, понял. Давай, едем. Так, да, так будет лучше, потому что мышка реально, я тоже думал, что-то они. Валим его, валим. Он Давай. Ой, еще одного валим. А теперь, короче, все, я нажимаю первый shift. Ты пока не нажимай вообще ничего. И бей вот справа мост. Он, видишь, вот по центру, вот, чуваки, тих. Бей по всем. Тупо тих. Стоим тут и бьем. Стреляй. Тух. Так, короче, ребят, вы оставляйте свои комментарии по поводу этой рубрики. В следующей серии мы там будем новые пушки осваивать там или что-то будем другое. Поэтому, если такая рубрика зайдет, вообще круто будет. Давайте наберем 1500 лайков для продолжения, и я пойму, что рубрика вам нравится. Впереди, Веталь! Shift! Все. Shift, я шифтанул. Тух. Давай, бей. Смотри, вон это зажигалка. Это огнемет, да. Давай вправо бей. Смотри, вон чувака, Васпика бей, маленького. Васпика, ты че? Что за слова? Мне кажется, что. Это типа, ну, типа корпус ВАСП, маленький это ВАСПик. Ну, мы с тобой, короче, в следующем ролике будем изучать, короче. Будем разбираться, да, в этом? Да, что вообще там за корпуса пушки, что они вообще начали. Я убил, чувак, я убил. Красава. У тебя сколько опыта? Звонка когда? Опыта у меня 60. Назад, повернись назад. Сейчас. Сзади, назад. Еще назад. Плюху его. Вот он. Вот. И вот этого давай завалим, сейчас ты, наверное, звонку получишь. Бей его. Давай. Убивай ты полностью. Стой. Попади. Он АФК, что ли? Да, он АФК. Еще впереди. Еще остался килл. Бей его, бей. Ух ты. Еее, твоя первая звонка, красавчик, поздравляю. Сзади, звонка. Сзади. Сзади? Да, еще. Где? За домиком. Короче, знаешь, надо нам с тобой поиграть еще, и ты выучишь карты, потому что, блин, что-то ты именно вроде все нормально делаешь, все стреляешь офигенно, добивай его. Тебе дается опыт. Я тоже. Путаюсь, я. Ты просто в карте путаешься. И вот еще проедь, да, едь. Вот черненький стоит. Тоже добивай его. Я уже слишком его. Быстро коплю опыт, блин. У меня нету этих вот, у меня нету. Чего? Вот снизу такие штучки, у меня только есть. Аптека, да? Аптека. Да, я понимаю. У меня тоже, это вначале просто нам дали аптеки. Нет, мне 5 сроку дали. Все, конец, смотри. 74 кристаллика ты заработал, я 172. Ну, короче, на третьем месте ты закончил. Офигенно. Свой первый бой. Я не клоп. Первый бой на третьем месте. Слушай, я считаю, что ты очень хороший ученик. Смотри, у нас новые пушки. Не хочешь купить какую-то пушечку и попробовать еще поиграть? Смотри, есть разные пушки. Есть твинс, типа шариками стреляет пушка. Есть, да, есть огнемет, это ближний бой. Ты подъезжаешь и как зажигалки. Да, и сжигаешь нахрен. И есть гром, это типа как вот эта пушка, как сейчас, только она еще может тех, кто рядом. Если, допустим, два танка рядом стоят, он два сразу бьет. Ну, то есть с плэшом. Ты можешь, конечно, не покупать никакую пушку. Ну, кстати, я рекомендую тебе купить корпус какой-то полегче, потому что что-то тебе, мне кажется, тяжело. Хантером. Да. Смотри, да, ВАСП. Я люблю быстрый. О, да, вот. А ты сейчас кто-то там. О, 100 кристалликов. Да, вот, еще 200 дали приз, офигенно. Песит танкистов. Я хочу быстрый бой. Пунч, пум-пунч. Пунч, у меня мышка под бой. Пунч, нажимаю пунч, носом на курок. Пунч, убиваю пунч, всех, как носорог. Танки, моя любимая игра, в нее играет вся моя страна, я самый крутой, танк, я топ, кто не верит, получит молоко в лоб, пиу-пиу. Что за дичь? Ну что, смотри, у нас теперь можно группы создавать, я тебя приглашаю в группу. Так, тетя, какой вообще? Там? Кстати, тут есть еще захват флага, штурм, но это потом, ты еще маленький. Кажется. Ну я тоже маленький, я тоже не могу играть в такие режимчики. Эту штуку нужно всегда подбирать. Ой. И я ничего не автарабанился. Так, ты где ты? Где ты в центре? Ну, меня слили, я сейчас подъеду. Давай на точку Д едь. Ой, меня какая-то штука лечит. Какая-то пушка у него очень странная. Да, ай, кстати, ай. Это изитка. Живи, стой.
Горит. Стой, стой на месте, стой на месте, стой на месте, стой на месте. Давай, давай, стой. Заедь за укрытие, заедь. Сейчас, я хочу убить, я хочу убить, я буду его убивать. Все, иди убивай на него, он, теперь он тебя будет бояться. Теперь, ой, чувак, там это, справа, слева. Слева! Все, я его убил, иди точку забираем. Сейчас, подожди, я тут еще один, я буду убивать его. Давай, давай, убивай, сзади, сзади, Ветль, поверни сзади одну плюху, дай чуваку. Я попасть не могу. Тут, тут два, тут два их. Одного мина я убил, убивай вот этого. Ему одну плюху. Я звонку, смотри, смотри. Я видел, я видел. Офигенно, все, давай захватываем точку. О, все, да. Ты на четвертом месте, ты заработал, сколько там кристаллов? 144? 144 я заработал. Слушай, так нормас вообще. Вот такая, ребят, рубрика получилась. Если она вам понравилась, то обязательно ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал, наберем 1500 лайков, я запишу следующую серию. А что будет в следующей серии, вы можете написать в комментариях. То ли это будут какие-то учения интересные, то ли это будет что-то еще. Пишите в комментарии. Вот. Я считаю, что Ветль хороший ученик, у него классно получается. До этого он просто смотрел, наблюдал, как я играю. Ну, а сейчас он попробовал. И я считаю, что он молодец. Вот, напишите тоже свои комментарии по этому поводу. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчик нажимайте. Всем удачи, всем пока, друзья.